Давай, Пум, попытка номер не знаю уже какая. Пойдем гулять. Здесь же так интересно. Пум, не-не-не, пойдем на улицу. Да, пойдем, пойдем. Пойдем, там поле. Ты почти правильно пошел. Котики. Двое. Совсем не освоилась. Как с такими мужчинами, скажи, не освоится он, да? Смелыми. Ой. Доброе утро. Вкусный камин, да? Вкусные пакетики. Котики так любят пакетики. Бам, ты все там проверяешь, да? Все на месте. Что, котики там? Пум, провокатор. Что, провоцирует тебя, Пум, да? Не ведись на дурачков всяких. Провокатор, а? Да, провоцирует. Хороший. Чего там? Да, еще лестницу не запрашивают. Все заметил. Пум, молодец. Ну, чего там? Такое. Наверх хочешь? Опа, в два прыжка. Давай, Пум, попытка номер не знаю уже какая. Пойдем гулять. Здесь же так интересно. Пум, не-не-не, пойдем на улицу. На улицу. Смотри, как много всего нового. Да, если там дверь закрыла. Пойдем. Пум. Давай, иди сюда. Иди ко мне. Иди сюда, не бойся. Смотри, как здесь интересно. О, пойдем. Пойдем наши просторы изучать. А? Пойдем? Да, пойдем, пойдем изучать просторы. Не, не лесные просторы. Туда нужно обойти, тогда пройдем в лес. Точнее, в поле. Давай пока здесь. Все, домой. В яму нельзя. Нет, нет, нет. Ничего, скоро закопает этот провод. Пойдем туда. Пойдем вольеры посмотрим. Пум, иди ко мне. Пойдем. Да, пойдем, пойдем. Пойдем, там поле. Ты почти правильно пошел, так можно было обойти. Пойдем.
Фу. Пойдем, пойдем. Давай, вот здесь поле. Погуляем по полю, людей не будем пугать. Ну зачем тебе эти каналы? Ой, пойдем. Да, пойдем, травка, да. Тут поле, никого нет. Здесь очень удачно поле образовалось. Кстати, трава сучок. Не, пум, пойдем, пойдем. Давай. О, здесь можно спокойно погулять. Ни людей, ничего. Да? Сладкий. Да, повезло, что участок на крайней стороне. Получается, прижат последняя линия и выход на поле такой, который, собственно, не строится, ничего, здесь никого нет. Так что здесь гулять будет удобно и с рысиками, и с пумом. Правда, трава здесь заросла, но ничего. Пум, ну не, мне тяжело туда залезть. Не-не-не, в кусты давай не будем. Пум. Да, лучше цветочки. А? Но эта прогулка у нас по полю получилась недолгая. Он пока еще боится. Плюс ветер здесь сейчас сильный. Ну ничего, так потихонечку привыкнет гулять. Да, мой сладкий? Красота какая, свой участок, да, Пум? Ты крутой пацан, у тебя участок есть? И дом свой, а? Кто у меня крутой пацан? Кто мой хороший? Что там все такое интересное, да? Мамин нос. Ты мамин нос? Все страшно. Ну, сейчас, сейчас, еще чуть-чуть поводим на улице и пойдем домой, хорошо? Что, там домой или еще погуляем? Пойдешь? Или домой? Или все-таки, может, еще сходим, а? Ну, что ты уже весь запутался в поводке? А? Кто запутался в поводке? Чё мой сладкий кот? Да. Мой хороший. Видишь, какой у тебя новый мир? Чё, пойдем еще гулять? Пойдем? Да не ругайте меня за мусор, это еще не скоро разберется строительный. Пойдем? Нет? Да, вот тапок. Лучше тапок взять, правильно. Погулял. Нашел на улице заначку мою, потому что холодильника нет, поэтому по дому хранится все. Вот недолго, правда, то есть на день на утро я забираю ему корм с холодильником. Нашел заначку, стыбзил. Принес в дом. Погулял, надо перекусить, да, Пум? Достал четко две крыски. Ну, значит, сегодня без ужина, раз ты решил все за один раз. Нам, правда, еще одна крыска для него на вечер осталась. Так он уже позавтракал. Ну что, наконец-то первый день спокойно смог выйти, потому что сегодня никого строителей нету, Валера не делает сегодня, в общем, ничего сегодня не делается, поэтому не так шумно, и спокойнее было. Я, конечно, посторонних людей боялся. А кто это такой следит, как шашлычки делаются? А, кот? Ты подглядываешь? Ты подглядываешь из окна, ты как настоящий кот? Люди поспалили. Котикает, как настоящий котик. Привет. Интересно тебе, да, следить за мамой? Пусть. И он, кстати, там спит около этого окна. Как раз, где моя голова, получается, в ту сторону я сплю. Он ложится там на подоконник. Пусечка. Ты котик, да? Скоро мама спать придет. Ты мой сладкий. Ой, куняха тут вылез. И кунях каках. Эй, кот. Осталось, чтобы Миса сюда залезла. Кун, пусть. Ай, настоящие коты следят.
Красавцы. Скажи, да, без присмотра не оставить ничего, надо все смотреть.